Добро пожаловать в рубрику английского языка English in Short Notes – английский в коротких заметках, где мы будем разговаривать о самых интересных мелочах английского языка так, чтобы они помещались на листочке отрывного блокнотика для удобного, легкого и замечательного заучивания. Hello, hello, my dear friends! Сегодня мы поговорим о слове, которое вы 100% никогда не знали. И это словечко mishap. Mishap сегодня у нас в разборе. Как кто-то, может быть, уже догадался, слово mishap происходит от двух слов. От приставки miss, которая означает неверное действие, и от слова happy, счастливый, то есть пропущенное счастье. А получилось существительное mishap. Переводить это слово можно как несчастье, неудача, несчастный случай, и вы таким образом понимаете, что это слово почти синоним слову trouble. Trouble – беда, неприятности и так далее. Попробуем разобрать это в контексте с несколькими примерами. Ну, например, the fire began because of the mishap in the kitchen. Пожар начался благодаря какому-то несчастью на кухне. То есть чему-то то, что случилось на кухне, нехорошее. There have also been difficulties and mishaps. Также были сложности и разные несчастные случаи. То есть разные неудачи, разные проблематичные ситуации. Ну и, конечно же, he came back home without mishaps. Он вернулся домой без недоразумений, без проволочек и, опять же, без проблем. Без излишних проблем. Ну, вот такое прикольное разговорное слово mishap. Сегодня вы его узнали. А я напоминаю, что я всех жду вас на бесплатных пробных уроках. Мы начнем какой-нибудь очень интересный курс по английскому, испанскому, итальянскому или ивриту. И всем спасибо за просмотр. Все данные необходимые внизу по ссылочкам. Bye-bye!